Эта инновация немецкой компании Festa дословно называется «хватательный ассистент». На изобретение исследователей вдохновила сама природа. Хобот слона обладает как раз такими качествами, которые пригодились для создания робота-ассистента – сила, точность и маневренность. Изобретателям понадобилось лишь прислушаться к природе. Мы ищем принципиальные решения в мире природы. Изучаем, как она решает ту или иную проблему. А потом учимся у нее и переносим эти знания в мир технологий. Эластичная и подвижная рука робота управляется сжатым воздухом. Она сделана из мягкого полимера. Самое интересное здесь то, что у нас есть гибкий манипулятор, который можно использовать в безопасной и гармоничной комбинации с человеком, так, чтобы человек и техника работали вместе. Мы не использовали жесткие детали, как это делается в других робототехнических устройствах. Трудно представить современную промышленность без роботов, которые становятся все более умелыми. Немецкие изобретатели надеются, что их детище также займет достойное место на производстве. Мы считаем, что это изобретение можно использовать на рабочих местах для автоматизации, где человек что-то собирает, и ему нужна третья рука, которая подаст детали для конечной сборки. Изобретатели компании Festa полагают, что будущие покупатели робота-ассистента будут приятно удивлены его достоинствами. И, конечно, музей изобретателей слону отдельное спасибо.